Эй, йоу! Здорово с тобой, Врумыч! Ну что, много вопросов. А что будет с Мейном? Что опять будет с Мейном? Мейн умрет и так далее. Скоро мы об этом узнаем. Я вам сейчас честно ответить не могу, потому что я не понимаю, как будет. Сколько людей останется, какие истории здесь происходят. Сейчас вообще какой-то кипиш начался с гильдией Продижум. Что-то там ливают, кого-то кикают, короче. А это основа противостояния Токсики против Продижумов. И чё, фолдомка? Ну, или нет? Поэтому мы узнаем через месяц. Долго заставлять вас ждать вступления в нашу табличку любимую я вот не буду, поэтому сразу сравниваем с сентябрем онлайн. По пикам смотрим, допустим. Вот обнова через... Так, обнова 5-го через 10 дней 4000, да? Обнова 3-го, 13-го 3800. 3800, 4, да? То есть, по факту, вот это вот все плюс-минус. То есть, здесь также обнова 20-го, 30-го, 3900. Здесь у нас. Так. Ну, то же самое примерно. Плюс обновление, тут, смотрите, просто оно вышло где-то здесь, да? Онлайн, в принципе, пока окей. Но оно и будет сейчас окей, понимаете? Потому что пока не произошел X... Мы не поймем, что будет с мейном. Пока, в принципе, по статке все то же самое, примерно. По онлайну на БД тоже почти там. Ну, где-то в какие-то дни, вот я заметил, то ли вот в пятницу поменьше. Да, по-моему, в пятницу народу поменьше, во вторник народу побольше на БД, если я не ошибаюсь. Типа там в сотку во вторник, в пятницу по, как бы по 90. Понятное дело, люди хотят вечером как бы почилить, поотдохнуть после работы, а не идти фармить БД. Понять это можно. Голда у нас здесь росла очень жестко, кстати, в какой-то момент. А нет, это не сундуки, я уже в датах сбиваюсь немного, так как сегодня, что там, 8 уже, да? 8 число. Здесь было обновление, и здесь вот были сундуки. Потому что вот, когда вводятся сундуки, смотрите, влияние сундуков на курс голда. Люди, вместо того, чтобы продавать голду за юани, они эту голду, за эту голду зачастую в сундуки покупают именно сундуки. Поэтому именно в сундуки пытаться скупить голду не очень хорошая идея. Во-первых, вас перебьют 100%, во-вторых, навряд ли вы сможете что-то скупить. Поэтому это такая... закономерность. А камни бессмертных, сколько бы их ни фармили, но здесь что-то произошло, потому что если смотреть комку, там их и по 1500 просто в пачке за 50 штук, но сейчас уже вот 55-50, был небольшой просадка на фоне вот этого вот, тоже где-то в свода сундуков. Но непонятно, как это, конечно, взаимосвязано с камнями бессмертных. Вообще, ну вот, идеалки сразу обрушились, вот сундуков, да. Нашивки, в принципе, стандартно. Вот на 1.36 нашивки мы это увидим. Кристаллы восприятия. Сейчас я увидел, кстати, заметно начали падать до 1600. Ну, плюс еще вот сундуков. Вот сундуков всегда подбивает из кристаллы восприятия и чудесные кристаллы, потому что идет залив этих кристаллов. То есть, условно, я уже чудики, да, за 167 уже они стоят. Стоят очень дешево. Поэтому есть варик реально приодеть чара на мейне с такими ценниками. Спокойно. Причем, что сейчас еще стопудово на открытие Икса будут рейты на мейне. Просто идете в нирвану, фармитесь, ресы обваливаются, покупаете, одевайтесь. Профит. Поэтому задумайтесь. Дальше у нас коллекционные монеты. Ну, это вечно. Это вечно. Это вечно. Это не вечно. Когда-то стоило лям, сейчас вообще копейки. Эмблема ножа. Опять-таки, вот кто-то крафтит себе еще эти пухи. И сокровища прошлого. Что меня интересовало здесь? Сокровища прошлого... Какие-то обвалы, но при этом общий ценник. Когда-то они вообще стоили месяца 1100, лям 100. Но сейчас видно, что сундуков давно не было. Сундуков давно не было, и они начали уже понемножечку расти. Понемножечку расти, потому что люди-то все-таки хотят немножечко полудоманить. Все мы хотим немножечко полудоманить. И самое интересное, это у нас мечи летнего ветра, которые, блин, стоят. Я вот не поверите, но я скупал постолько. Я реально эти мечи скупал по столько денег.
скупе стояли. А сейчас я вот перестал скупать. Ну, конечно, я демплю жестко. Я, конечно, еще тот... агрессивная у меня, агрессивная торговля. Поэтому я прям ценники переставляю. Не люблю, когда демпят. И я, соответственно, ордена. 2.5 лярда, 4 лярда, 3 лярда. Давай-ка я сейчас зайду, посмотрю. Орден славы. Вообще, что почем он? Сколько их в наличии есть? А их нет. А их нет. То есть это буквально один там лежал какой-то бедный орден, который не пойми что. Хотя видели эту корреляцию, да? Ляр 600, 2500, 4, 3. И за сколько-то он ушел. Ну и печати владыки, блин, они как росли. Ну вот это вообще. Вот это кто-то жестко скупил. Это кто-то жестко скупил эти печати владыки, и все, и поехало. Ну, правда, сейчас они 36, 40. Блин, когда-то они вообще 25 стоили, прикиньте. Вот просто цена R9, R2, там, колец, бижутерии. Вот просто с каждой вот ценником вот эти печати растет. Но зато выгоднее фармить БД. И, кстати, вот кто говорит по поводу того, что мейн умрет? Ходите на БД. БД-банк не уменьшится. Но если уменьшится онлайн, вы сможете лутать БД-монеток больше. Think about it. Поэтому, опять-таки, повторюсь, что сказать, что будет с мейном, я не смогу. Я как раз-таки буду также, благодаря моим сводочкам, эту информацию отслеживать и показывать вам. Пока не особо каких-то изменений супер критичных не происходит, но о ценниках, на все ресы, на все шмоты задумайтесь. Голд высокий, то есть вдруг для вас есть варик, типа вы хотите просто почилить, поиграть. Голда супер дорогая, ресы супер дешевые, чудики, восприятие. Иксовые вообще супер дешевые, 99-й сет вы только так сделаете. Единственное, да, это R8R, но тут все в монетки упирается. Но при этом из-за курса голда коллекционки будут для вас выгодным приобретением. Поэтому think about it, будем смотреть за ситуацией. Спасибо большое за просмотр. Реферальные ссылочки, конечно, находятся в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо большое за просмотр и пока-пока.